Каймак углу отдал. Это очень хорошо, Артем. Ой-ой-ой, но Каймак углу второй раз плохо играет в защите. Ну, на этот раз Параховский применил роли. Это мы видим, как наши неудачные углы. Не был готов он получать этот мяч и низко в колено. Отличная скидка у Ванамейкера на Жижича. Это второй данк в матче вколачивает в наше кольцо. Вильямс и Антипов. А не Кларк. Джонсон. Первый номер. Едва не перехватил. Очень хорошо защищается. Ну, а кому-то там увидели фол, там, скорее всего, очень пал. Примитивно разбиваем их прессинг. Мы его пока не разбиваем. А вот с фолом нам забивают уже второй раз подряд. На этот раз Вильямс купился на финт и пропустил Жижича в лицевую. Смотрите, никого не было под кольцом. Молодой 19-летний хорватский центровой, наверное, или как нападающий. 2.10 рост у Жижича, но может пройти. И уже 8. Да, и штрафные. Пойти отыгрывая у команды Блата. 2 центровых и отсутствие Лэнгфорда. Интересное сочетание, но посмотрим, к чему оно приведет. Пока приводит она к легким 2 очкам Жижича. Жижич разыгрался. При таком составе у соперника 2 центровых одновременно на площадке. Не-не-не, Вильямса нет на площадке, только Лэнгфорд. У нас. Только Параховский. Вильямс на скамейке. Ну, Каймак углу. Он большой игрок, он иногда играет центрового. Ну, это вопрос, который мучает меня. Но он медленный. Он медленный для четвертого номера. Он не может защищаться в поле абсолютно точно. Может защищаться только под кольцом. Параховский тоже большой парень, который хорошо толкается под щитом, ходит страховать, но не успевает вернуться назад. Хоть бы попал. Клайберн отдал все-таки Жижичу мяч. Ну, смотрите, никто не страхует Параховского. А Параховский сам справляется. Ну, подбирай, Артема, жалко по рукам. Лэнгфорд и не бьет трехку. Но стоит против него защитник. И дают ему идти вправо. Норман, ну, они не собираются напрягаться. Они по 20 они секунд будут, конечно, по 20 секунд. Мяч. Конечно, они сейчас будут делать все, что им говорит Блат. А Блат плохого-то не скажет. Ну, еще подбор проиграли. Параховский идет страховать. И...